Май решил порадовать нас теплом и солнцем. Каким будет четвертый день последнего весеннего месяца, узнаем прямо сейчас. 4 мая синоптики обещают нам ясную погоду. Утром плюс 9, днем до 20 градусов тепла. Ночью плюс 8. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде малооблачно. Утром плюс 7, днем до плюс 15. Ночью плюс 8. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. В Москве солнечно. Утром плюс 8, днем воздух прогреется до 22 градусов тепла. Ночью в столице плюс 12. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.